Бережное расходование энергии – ключ к решению многих экологических проблем. Дарья Минаева расскажет, каких результатов добился РН «Юганскнефтегаз» при реализации программы энергосбережения и, как следствие, декарбонизацию, то есть снижение выбросов парниковых газов. Более 30 тысяч мероприятий. На предприятии модернизируют оборудование, проводят работу по замене освещения на светодиодное. А за реализацию программ по эффективному использованию энергии отвечает специальная группа сотрудников. Держит под своим контролем задачу эту 50 человек. И как итог, сэкономить в прошлом году РН «Юганскнефтегаз» удалось почти 2 миллиарда рублей. Наиболее энергоэффективное оборудование – это все-таки частотники, частотно-регулируемый привод на все двигатели, на системы поддержания пластового давления, на подготовку перекачки нефти. Закупили и поменяли более 70 тысяч светильников, прожекторов. То есть в этом году планируется закончить переход полностью «Юганскнефтегаз» на светодиодное освещение. Это также значительная доля. То есть если раньше светил светильник 500 ватт, то теперь это 190 ватт. Помогают снизить воздействие на окружающую среду новые технологии. Так, более 58% фонда скважин предприятия оборудованы энергоэффективными центробежными секционными насосами и электродвигателями. С их внедрения в 2022 году получилось сохранить более 100 миллионов киловатт-часов. А еще в обществе проводят внутренний энергоаудит. 28 специалистов время от времени выезжают на объекты, чтобы выявить необоснованные энергопотери, если таковые есть. За прошлый год у нас 102 выезда было, проверили 190 объектов. На объектах проводятся замеры, то есть как электрических параметров, так и технологических параметров. Составляется акт. После этого, то есть выписываются замечания, предписания какие-то, по которым цеха потом отрабатывают и устраняют эти замечания, где не энергоэффективно работает их оборудование. РН «Юганскнефтегаз» – крупный потребитель электроэнергии, 23% которой производится на собственных мощностях генерации. Так, например, за прошедший год Приобская и приразломные электростанции выработали около 3 миллиардов киловатт-часов. А на комиссии по энергоэффективности нефтяной компании «Роснефть» высоко оценили работу РН «Юганскнефтегаза». Предприятие заняло второе место среди добывающих обществ компании. Дарья Минаева, «Вести Югория».